молодой город автостроителей Тольятти. Молодость и здоровье обычно сопутствуют друг другу. Сохранить прекрасное ощущение силы, бодрости, радости жизни помогают занятия спортом. В физкультурно-оздоровительной школе номер один спортивного клуба ВАЗ любой житель автограда с 5 лет и старше может выбрать себе занятие по интересам. Дворец спорта стал основной базой по освоению азбуки здоровья. Ритмическая гимнастика – это легкость движений, грация и хорошее настроение. Глядя на этих представительниц прекрасного пола, никак не скажешь об их слабости. Владеть техникой игры в настольный теннис помогает Татьяна Ивановна Ширяева. Развить волевые качества, силу, выносливость помогут занятия восточными единоборствами. Для многих юношей это отличная подготовка к службе в армии. Сегодня уже никого не надо убеждать в пользе занятий физкультурой и спортом. Работница автозавода Лидия Григорьевна Раянова и ее сын Михаил свой досуг проводит в познании радости движения. Лидия Григорьевна занимается аэробикой. Михаил выбрал атлетизм, где занятия проводит абсолютный чемпион России, обладатель Кубка СССР Александр Иванюк. Все отлично. Вот в таком аспекте, вот в таком. Ноги. Папа, оторвай. Все занятия в школе проходят под строгим наблюдением врача.
1976 году я начал свою трудовую деятельность на Волжском автомобильном заводе в качестве газоэлектросварщика. В данный момент я работаю тренером-преподавателем ФОШ. Хотелось мне пожелать молодежи, это прежде всего думать о своем здоровье. А здоровье, оно в спорте. Я приглашаю вас всех. Выступление спортсмена – праздник и для него, и для зрителей. Александр Иванюк – участник многих международных соревнований, победитель международного турнира «Мужчина и женщина 89». Спортивному клубу Волжского автозавода 20 лет. Юбиляр принимает поздравления. Я хочу быть чемпионом. Физкультурно-оздоровительная школа может стать началом большого пути. Движение – лучшее лекарство от всех недугов, особенно в старости. Занятия в группе здоровья – это бодрость, неиссякаемый запас энергии и, конечно же, радость общения. Заниматься. Мы рады будем встрече с вами. Наша школа подарит вам гармонию движения и наградит радостью общения.